Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас речь пойдет о становлении, о развитии цивилизаций Востока в древности. Мы поговорим о том, как они складывались, как развивались, какие типологические особенности существовали. Действительно, говорить о мире цивилизаций очень сложно. Но в данном случае большой плюс тот, что сегодня историческая наука накопила огромный массив данных, который позволяет нам сказать о том, что есть цивилизация Востока. Определений цивилизации достаточно много. Их связывают и с религией, и с культурой цивилизации. Но так или иначе, в данном отношении я бы хотел обратить внимание на то, что многие цивилизации в качестве рабочего определения возьмем, вот, собственно говоря, эту дефиницию. Многие цивилизации связаны прежде всего с уникальным способом взаимодействия с окружающим миром тех или иных сообществ в рамках определенного времени, в рамках определенного пространства. Вот, собственно говоря, этот подход и мы возьмем за основу. Это одно. И, во-вторых, конечно, говорить о цивилизации невозможно без использования межпредметных связей. То есть данных географии исторической, данных лингвистики, данных культурологии. Разумеется, цивилизация формировалась на стыке, на взаимодействии, связи многих процессов, и в том числе культуры. И в данном случае без взаимодействия с проблемами культуры, с проблемами истории, трудно говорить о цивилизации. Конечно, не стоит сбрасывать, собственно говоря, с проблем изучения цивилизаций, так называемый формационный подход. Но не следует рассматривать его догматически. В свое время формационный подход дал импульс изучению, прежде всего, социально-экономической основы. Но в данном случае для истории цивилизаций это маловато. Однако для изучения современную эпоху цивилизаций мы не можем не обойтись без фактора экономического. Одним словом, для изучения цивилизаций необходим комплексный подход. Конечно, мы будем в рамках наших небольших бесед говорить о наиболее важных типологических особенностях становления и развития цивилизации. Конечно, тут можно вспомнить стихотворение, которое в свое время цитировал Джавахарлал Неру, это Тагор: «Трудно мир узреть в одной песчинке, небо в полевом цветке, вечность в час вместить единой, бесконечность сжать в руке». Но мы вот попробуем сказать о том, как цивилизация возникала, какие факторы повлияли, где цивилизация возникала и какие ее важнейшие особенности. Прежде всего, речь идет о возникновении цивилизаций Востока. Именно на Востоке, в восточном мире, формируются цивилизации. Недаром римляне, которые пытались завоевать Восток, активно с ним взаимодействовали, очень разные были взаимодействия, говорили «ex oriente lux». Свет с Востока. И в данном отношении в современной исторической науке возникновение цивилизаций связывается с рядом колоссальных процессов, которые происходят в мире от первобытности, от праистории мира до истории к цивилизации. Прежде всего, это неолитическая революция. 8-3 тысячелетия до нашей эры условно. Неолитическая революция, этот термин в свое время был введен Гортоном Чайльдом, замечательным английским ученым, затем развит в исследованиях зарубежных специалистов, отечественных специалистов по истории становления цивилизации, в том числе на Востоке, например, замечательным нашим историком цивилизации, востоковедом Дьяконовым. Надо отметить, что неолитическая революция, она как раз дала импульс становлению цивилизаций в целом и прежде всего на Востоке. С чем это связано? Дело в том, что именно в этот период происходит не только активная миграция народов, имеется в виду племен, различных будущих этносов и так далее, но именно в этот период человечество
переходит к активному взаимодействию с окружающей природой и приспособлению, и взаимодействию. Если тезисно, это выразилось прежде всего в обработке камня, очень активной, в переходе к земледелию. Человечество постепенно, конечно, в ряде пунктов его развития приобретает оседлый характер, появляется земледелие, появляется специализация постепенно в развитии земледелия, как я уже сказал, скотоводство, ремесел, и появляется относительно устойчивое оседлое поселение, которое уже связано с возделыванием злаков, с одомашниванием скота, с ремеслами. И именно в этот период усиливаются контакты внутри тех или иных сообществ. Таким образом, неолитическая революция дала импульс во многом становлению цивилизаций. С цивилизацией, прежде всего, конечно, Древнего Востока, формируется в районе рек. И замечательный исследователь цивилизации, и не только, наш отечественный ученый Лев Ильич Мечников, в своей работе, она была написана достаточно давно, но импульс обсуждению был дан, называет первые цивилизации речные цивилизации. Первые, таким образом, цивилизации формировались в районе великих рек. Итак, неолитическая революция стимулировала освоение окружающей среды, переход к относительно устойчивому хозяйству. И здесь надо отметить, что это было связано, конечно, и с благоприятными природно-климатическими условиями. В данном случае это в районе великих рек Нил, скажем так, с Ближнего Востока на Дальний, это реки Тигр и Евфрат. Затем это, конечно, Инд и Ганг, Хуанхэ, Янцзы. А если брать регионы Средней Азии, частично это Амударья, Сырдарья. Вот там идет процесс формирования первых цивилизаций. Но рек, воды, образно говоря, и сегодня мы с вами знаем, что вода и земля – это важнейшие проблемы существования человечества. Например, сегодня, если брать население Земли, 7,6 миллиарда человек населения, нужно сказать, что 2 миллиарда сегодня населения человечества испытывает недостаток в пресной воде. Тогда это, конечно, была тоже острейшая проблема, но кроме воды, исследователи обращают внимание на то, что важную роль в формировании цивилизаций сыграло еще наличие благоприятной земли, аллювиальных почв и, в общем, почв, удобных для сельскохозяйственной обработки. И третье – это, конечно, люди. Люди, которые активно осуществляли миграцию, и не только индоевропейцы в рамках гигантского евроазиатского региона. Плюс важную роль в становлении цивилизаций играли контакты тех или иных племен, этнических позже образований и так далее. Вот так идет процесс складывания первых цивилизаций. Также в процессе складывания первых цивилизаций формируются и основы администрации и управления. Постепенно профессионализируются занятия людей. И очень часто управляли теми или иными структурами, общинами, жрецы, старейшины. Важную роль играло не только обладание собственностью, но и наличие престижа, наличие способности осуществлять религиозные функции. В данном случае так появляется постепенно феномен чифдома. Это западное определение, оно прижилось и в нашей историографии — вождество.
Так постепенно формируются элементы публичной власти. А власть подразумевает постепенно и обладание собственностью. Но в первых цивилизациях важную роль играла не только собственность, а способность передавать традиции, в том числе и религиозные. Так постепенно складывается механизм формирования цивилизаций Древнего Востока. И еще одно обстоятельство. Современные исследователи обращают внимание на наличие совпадающих ряда обстоятельств. Это обстоятельства природно-географические, климатические, наличие благоприятного климата. Ведь в конце концов в становлении цивилизации может важную роль играть и случайность. Например, землетрясение, вторжение враждебного племени, неизвестная болезнь, к которому племя не имеет иммунитета. Все, развитие прерывается. Но так или иначе, важную роль, повторю, играет природно-климатический фактор. Важную роль играет фактор, конечно, наличие земли и воды. Важную роль играет фактор демографический и наличие благоприятных контактов с окружающим миром. И в современной востоковедческой литературе, в истории цивилизаций ученые употребляют выражение часто «оптимум», который позволяет сформировать то, что мы называем цивилизацией.